Для поздравления были приглашены более 50 анапчан, которые в течение года активно занимались благоустройством города и принимали участие в общественной жизни. Со словами благодарности выступила первая вице-мэр Анапы Светлана Яровая. Самое главное, наверное, что у вас присутствует, и чему можно позавидовать, и на что нужно равняться. Вы как раз относитесь к категории людей не безразличных, не проходящих мимо, сопереживающих, сочувствующих. Вы искренне любите Анапу. После официального поздравления показали фильм о работе органов ТОС, к чему ТОСовцы стремились и чего добились благодаря своей деятельности за прошедший год. Почетная грамота главы за личный вклад в развитие территориального общественного самоуправления, председатель Совета Леонид Кочетов и Светлана Яровая наградили лучших активистов. Ответное слово предоставили председателю квартального комитета номер 6 Людмиле Шмаковой. Огромное вам спасибо. Спасибо Сергею Павловичу за то, что он обратил на нас внимание. За то, что мы сейчас имеем такие хорошие помещения, где мы теперь работаем. За то, что у нас появились советы общественности. Народ это очень воспринял по-доброму и очень нравится. Начальник управления по связям с общественностью Валерий Королев рассказал присутствующим. По программе поддержки деятельности органов ТОС было выделено 2 миллиона 226 тысяч рублей. В 2013 году мэр Анапы Сергей Сергеев распорядился увеличить эту сумму, она составила 3 миллиона 45 тысяч рублей. В 2014 году глава пообещал выделить 4 миллиона рублей. Также запланировано увеличение компенсационных выплат руководителям органов территориального общественного самоуправления. Я думаю, мы и дальше будем увеличивать все эти выплаты, потому что Сергей Павлович видит вашу работу, оценивает ее. Я считаю, что в 2014 вот увеличение прошло, в 2015 там еще будет больше, и так далее, так далее, так далее. Активистов наградили нагрудными знаками, некоторые получили сертификат на лечение в одном из санаториев курорта. Работники органов ТОС в новом году планируют работать активнее на благо родного города. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа регион.